Доброе утро! Меня зовут Евгения Пашнева-Волкова, и я стилист. На этой неделе мы будем вдохновляться не трендами, которые диктуют нам модный глянец, а улицами стрит-стайл-модой. Первый образ, который попал в объектив стрит-стайл-фотографов, это мини-юбки с блузами, наглухо застегнутыми до конца. Обязательное правило – эти юбки должны быть из плотной ткани. Это могут быть и не только юбки, но и шорты. Сегодняшний образ мы собрали с использованием шорт из плотной ткани черного цвета. Плотным шортом мы выбрали рубашку, наглухо застегнутую под шеей. Она из интересной ткани изумрудного цвета. Интересные рисунки – также один из трендов этой осени. Образ мы завершили пальто с интересной отделкой из кожи. Цвет этой отделки мы выбрали ботфорты. Выбирая юбку или шорты длиной миди, мой вам совет. Обратите внимание на плотность ткани и форму, она обязательно должна быть объемной. Если вы уже выбрали шорты или юбку длиной миди, постарайтесь сохранить образ в стиле 70-х годов. А мы увидимся с вами завтра.